Всех приветствую, друзья! В эфире Телегид, и я, Анна Троян, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. На этой неделе продолжаем следить за восточными приключениями Ясмин, а по вечерам наслаждаемся отличными лентами. Подробности расскажу далее. В среду вечером, мои друзья, лента «Белая стрела» принесет нас в лихие 90-е. После смерти родителей десантник Николай приезжает в Петербург. Там ему предлагают работу в управлении по борьбе с организованной преступностью. Однако неожиданно сестру героя убивает известный в городе бандит Пеликан. Благодаря деньгам и связям он уходит от наказания, и теперь Николай решает самостоятельно расправиться с преступником. Что из этого выйдет, смотрим 21 июня в 20:45. В себе-то пришел. К работе готов. Да готов, Георгий Иванович. Ну? Вот скажите, пожалуйста, ради чего мы работаем, если их все равно потом выпускают? Это откуда такой несвойственный молодости пессимизм? Так обидно же. Что нужно сделать, чтобы добиться любви дерзкой журналистки? Ответ на этот вопрос попытается найти герой ленты, которую мы увидим в четверг. И вот пока главный герой картины ломает над этим голову, его увольняют с работы. В кармане у парня 2 гроша, да и те выклинчил какой-то бродяга. Однако после встречи с ним Кеша обретает суперспособности. Он умеет проходить сквозь стены, но даже если все преграды мира не помеха, как пробиться к сердцу любимой? Увидим 22 июня в 20:45. Этому фокусу 200 лет. А может быть и больше. И за эти годы еще никто не пострадал. Много кто пытался постичь его секрет. А секрета нет. Все дело в том, что... Алиса, вызови скорую! В пятницу вечером устраиваемся поудобнее, запасаемся нервными клетками и готовимся к просмотру захватывающего хоррора. Наша героиня Сара отправляется на поиски сестры-близняшки, которая таинственным образом исчезла на японском острове. Поиски приводят ее в загадочный лес, который пользуется дурной славой. Девушка даже не подозревала, что она вступает в мрачный мир призраков, злых и измученных душ, которые охотятся на любого, кто блуждает по этому месту. Выберутся ли сестры оттуда, увидим 23 июня в 20:45. Эйден, ответь мне. Недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. В эти выходные вас ждет мощный марафон военной драмы «Блиндаж» по незаконченной повести Василия Быкова. Сюжет картины переносит нас во времена Великой Отечественной. Кто-то из мирного населения пытается скрыться в лесах, а кто-то оказывается в самом центре ожесточенных боев. Есть и те, кто намеренно рискует жизнью, чтобы помогать раненым солдатам. Именно такой оказалась Серафима. Она спасла от смерти капитана Хлебникова, немца-дезертира и сбежавшего еврея. Удастся ли этим разным людям сохранить мир ради своей спасительницы? Узнаем в выходные в 18:30 и в 20:30. Вы больны, мадам? Нет, мне нужны лекарства, и вы нужны доктор. Доктор никак не может выбраться из этой ямы. Яма? А ты где видишь здесь яму?
Я здесь вижу только старую конюшню. И она такая чистая, что здесь даже можно молиться. Ну что ж, друзья, пакуйте чемоданы. В этот уикенд вам предстоит оказаться в волшебном королевстве под названием Неверленд. Мальчик-сирота вместе со своими друзьями случайно оказался в этом загадочном другом мире. В Неверленд обычно попадают люди из разных времен. Это и пираты 18 века, и племя индейцев. Пиратами управляет Элизабет Бонни, а вот индейцы пытаются защитить от нее дерево духов. Между ними уже давно ведется странная борьба. Чем закончится это фантастическое приключение для наших героев, смотрим в субботу в 21:30 и в воскресенье в 22:00. Мы в Америке? Not anymore. Больше нет. You're Indians. Но вы индейцы. Мы Ко, народ ворона. Теперь мы часть этого мира. Мы называем это место Гэгвей. Неверленд. Почему? Потому что мы не стареем. Вы мне не поверите, но мне 130. На этом у меня все. Заходите на наш официальный сайт www.lrt.tv. Там вы узнаете актуальную информацию об онлайн-трансляциях, а также увидите, как происходит запись программ. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Подписывайтесь. С вами была Анна Троян. Пока-пока.